Шахматнай багіні Каісе Брэст прыйшоўся даспадобы. Пацверджанне гэтаму фестываль «Чорная пешка». Сёлета ён праводзіцца толькі ў другі раз, але размах ужо неверагодны. Летась удзельнічалі 380 шахматыстаў, сёлета ў 3 разы больш. За год фестываль вырос утрая. Сёлета «Чорная пешка» – это 16 турніраў, 12 800 шахматных фігур, звыш 10 000 партый і больш за 1000 удзельнікаў з 15 краін. Вітаючы удзельнікаў фестывалю, старшыня гарвыканкам Александр Рагачук выказаў упэўненасць – Брэст стане шахматнай сталіцай Беларусі, бо тут любяць гэтую гульню. Кіраўнік Брэста зрабіў сімвалічны першы ход і тым самым адкрыў шахматныя баталіі. Очень популярный, хороший проект, и уже сейчас мы проговорили проект следующего года, года тысячелетия. Пока концептуальные вещи следующие. Оставляем этот манеж как базовый для проведения данного фестиваля. Оставляем этот каникулярный период как период проведения всех международных фестивалей в последующем. И дальше оставляем его как проект государственно-коммерческий. Учитывая огромное количество спонсоров, которые желают вложить сюда, в эту интеллектуальную игру, мы видим большие перспективы. Этот фестиваль должен стать одним из брендов нашего города. «Чорная пешка» сапраўды становится все больше вядомая, у тым ліку и за мяжой. Максим Палей на фестиваль у Брэст приехал со Стокгольма разом с батьком у былым жыхаром Беларуси. На фестиваль мы приехали первый раз, узнали во время чемпионата мира в июне, который проходил в Минске, в Дворце спорта. Была очень красивая реклама. Я играю в шахматы 1,5 года. Каких турниров участвовал? Ну, чемпионат мира на Рапиду и Блиц в Минске. И во Франции. Во Франции. В Юрмале первое место. В Юрмале. И как успешно были победы? Ну, в Юрмале первое место. У Брэсте, гаворыць Максім, гуляць будзе не за перамогу, а просто ў задавальненне. А вось юная брастаўчанка Вікторыя Клімук разлічвае на перамогу. Шахматамі дзяўчынка займаецца ўжо 3 гады і, як адзначае, даволі сур'ёзна. Мне нравятся шахматы тем, что они меня учат новым партиям. Я добиваюсь успехов, решаю каждый день почти шахматные задачи. «Чорная пешка» паспрыяла таму, што шахматы сталі вельмі папулярныя сярод дзяцей. Гуляць у іх пачынаюць ўжо з 3 гадоў. Самому малодшаму удзельніку – 4, старэйшаму – ўжо за 80. Дарэчы, сёлета ўпершыню на фестывалі гуляе і робат. У нас играет первый в стране шахматный робот, который разработали наши брестские разработчики. Помимо этого всего у нас идут онлайн-трансляции на всех досках турниров по классике в интернете и на большом экране. То есть мы технически выросли. Але, конечно, самая чаканая подея «Чорной пешки» – международный кубок Анатолия Карпова. Ён пройдзе 4 листопада. Чакается, что 16-разовый чемпион свету по шахматах особисто приеде у Брэст, узнагородить пераможцев и проведе аутограф-сессию. Людмила Салзана, Тиграна Капян, телерадиокомпания «Брэст».